Ого, они нашли путь на твою крышу. Упорные эти зомби, чувак. Тебе нужно использовать капустопульты из-за наклона крыши. Помни это и не пропадешь. Все-таки безумный Дейв у нас хороший сосед, знаете почему? Потому что обычно соседи хотят, чтобы его соседа съели зомби. А Дейв, он дает совет, как сделать так, чтобы этого не произошло. Это большое дело, по сути. Ну, поехали. Да-да-да, уже сажаю. Думаю, уровень будет масштабным. Обратите внимание, что вот эти вот горшочки, которые мы садим подсолнухи, они тоже живые. Вон у них глазки и ротик. Да, это... Это действительно жесть. Надеюсь, капуста пульта справится до того, как этот зомби подойдет поближе. У нас сейчас нет горшочков, чтобы садить их. Да, можно садить горшочки, представляете? Очень надеюсь, что не съедят у нас зомби ни один горшочек. Нужно постараться высадить как можно больше капустопульт. Хотя тут всего лишь одна волна зомби будет большая, поэтому мы толком не успеем разгуляться тут. Ой, блин, зомби с конусом. Походу придется ставить или орех, или кабачок. Скорее всего, кабачок. Кабачок будет эффективнее. Расплющит, да и дело с концом. Молодец, кабачок. Отлично сработано. Так, первый ряд капуст уже полностью посажен. Теперь осталось что? Теперь осталось... Садить второй ряд. Это логично. О, блин, нет! Зомби на тарзанке. Вот ведь гад какой. Ай, не успеваю посадить вторую капустопульту. Перезарядка долгая. Они, по-моему, больше урона наносят, чем горохострел. Чуть не сказала горохомет. Горохомет это другое. Там 4 гороха за раз выпрыгивает. Ну, в целом, наверное, мы даже успеем все полностью тут посадить. Везде эту капусту. Хотя, может, и не успеем. Время-то уже подходит. Уже приближается большая волна зомби. Сейчас, небось, зомби на тарзанках прилетят. Они ж такие гады. Нет, один. Один зомби на тарзанке. Блин, я думала, что кабачок, он убьет этого зомби на тарзанке. Оказывается, нет. Оказывается, кабачок у нас тормоз. Вот так. А то не успеют у нас капустопульты справиться, несмотря на то, что их здесь 3 в ряду. Реально упорные эти зомби, чувак. Вы только посмотрите на них. Мы получили горшочек, наконец-то. Теперь можем садить туда растения. Но? Цветочный горшок. Позволяет вам сажать растения на крыше. Эй, сосед, у меня есть новые вещи на продажу. Так, что же мы будем покупать? Что мы будем покупать? Чистильщик крыши давайте возьмем.
Я знаю, что это моя крыша, хотя на самом деле моя крыша сейчас у меня как бы на шее. И она уже давно поехала. Я иногда чувствую себя как безумный Дэйв. Поэтому он мне и нравится. Смотрю, тут еще много всяких разных глупых зомби. Давайте так, живуна возьмем. Они все еще надеются, что смогут завоевать наши мозги. Неа. Они не захватят наши мозги ни за что. Неа. Бесполезно. Пришли. Угу, они уже пришли. Это я знаю. Только я еще ничего не успеваю. Ничего. Абсолютно. Какие же эти зомби все-таки упорные? Какие упорные зомби? Мозги. Так, успели, хорошо, замечательно. А тут уже идет еще один. Нужно еще капуста-пульт усадить. Давайте мне быстрее солнце, что ли? Солнышко, солнышко. Третий ряд. Да вы издеваетесь, ну дайте мне что ли подсолнухи высадить нормально. Хоть бы в один ряд все перлись. Все, уже и четвертый ряд пошел. Но нам осталось только один подсолнух посадить и все. Теперь все. Сажаем капуста-пульты теперь. Первый ряд высадили, сейчас второй будем. Чё-то нам пока еще вообще никакого фактически оружия не дали, вот только эти капуста-пульты. И все, больше ничего у нас нету. Никакого разнообразия, одна капуста. Одна капуста летает. Больше ничего не летает. О, смотрите, кто бежит уже. Он уже неистовствует. Чё это ему? Мало две капуста-пульты? Офигеть. А, нет, не успел. Я думал успеть сожрать. Значит, и этого тоже успеют сейчас добить. Давай быстрее, швыряй капусту свою. О, сейчас все, сожрал уже, все. Вредитель. На. Опять он. Оно. Блин! Сейчас же еще небольшая волна зомби. Нафига он пришел? И ведь с ней... Да ты смотри, что делает, а? И ведь его не убьешь никак. Задолбал. Там зомби с конусом уже идут. Нужно быстрее высаживать еще ряд. Третий уже. Ты, блин, смотри, что делает, а? Как ты задолбал меня уже. У меня капуста тупо не успевает перезаряжаться. Сволочь какая, блин! Уже просто других слов нет. Неужели сейчас еще раз прилетит? А я вынуждена тупо тут сидеть и смотреть, как он жрет все мои
Все мои растения, блин! Хотела взорвать его, но... тупо не успею. Мозги. Надо, блин, с ним как-то бороться. Это никуда не годится. Зомби с ведром! Да. С ним только так. Еще один идет. Взорву его. Или орех поставлю. Взорву. Сейчас, небось, опять на этих тарзанках прилетят. Как вы меня заколебали! Жрет! Нет, 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 нет! Ай-яй-яй! Ай, совсем все плохо! Сожрал все-таки! Я офигею! Мало нам проблем еще зомби на тарзанках. Как долго? Это кукуруза пульта, наверное? А, это зерна пульта. Швыряет кукурузные зерна и масло в зомби. Если это зернопульта бросает масло, то зомби замедляется. То есть ему на голову падает кусок масла, и он замирает на какое-то время. Очень полезная штука, но я бы не сказала, что прям суперэффективная, потому что само зерно, когда оно бросает, оно очень-очень маленький урон наносит. То есть единственная заслуга этой зернопульты, это что она масло умеет бросать, и все. А так толку с нее не было бы, если бы не было масла. Сажаю. Что-то нам горшочки вообще уже перестали давать, уже всего 3 ряда. На предыдущем уровне было 4. Че, решили меня больше не баловать? Ладно, я и без этого справлюсь. Я знаю. Вот так. В первый ряд, наверное, посадим зернопульту все-таки. С надеждой, что она сможет масло бросать. Да что ты своим зерном бросаешься? Бросай. О! Вот, отличная штука. Блин, надо еще садить. Вон они маленькие, какие зернышки. Какой они могут урон нанести? А вот масло другое дело. Почему они замирают, интересно? Так, этот в этом же ряду идет. Но я посажу на всякий случай, если сейчас третий попрется. Тем более у меня уже хватает вполне солнца. Могу себе это позволить. Ой, это я поспешила. Это ж финальная песня. Титры. Я уже просто мысленно прошла эту игру. Ну, это
только вот кажется, что сейчас я вот пройду вот эту кампанию основную, и все. И на этом мое прохождение закончится. Нет, нифига. Когда закончу эту основную кампанию, я уже займусь прохождением всяких мини-игр, пазлов и всякого такого прочего. Так что особо не радуйтесь. Быстро все не закончится. Впереди еще большие мучения. Нам еще альманах прочитать надо. Как мне нравится звук, когда масло падает на голову зомби. Это круто. Да, все-таки с зернопультой больше шансов победить зомби с конусом до того, как он дойдет. Спасибо маслу, которое плюхается ему на голову. Только что-то вот во втором ряду не хочет никак. Да уже и не надо, в принципе. Ух ты, еще угрожает. Смотрите, никак не упадет. Типа за меня отомстят, да? На данном уровне должны быть... Да, вот об этом я говорила. Вот о нем я хотела сказать. У меня не перезаряжается цветочный горшок. Все. Они его убили. Молодцы, ребятки. Это, блин, я сейчас так про этот цветочный горшок сказала, как будто я этот... как его? Профессор Лебединский. Цветочный горшок! Я профессор Лебединский. Чего только не происходит на этих летсплеях. А ведь еще скоро стримы будут. Нет, нет, нельзя, нельзя, зомби сожрал все-таки он его сожрал. А давай покрасим холодильник в черный цвет. А зачем? А просто так. Надо, хватит уже об этом думать. Хватит думать об этом. У нас здесь серьезное задание. Отбиться от последней волны зомби. Она уже приближается. Ай. Нет! 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 О, нет! Жрут! Они жрут! Все, остался один ряд. Тут три зомбака. Два зомбака. Ни одного зомбака. Мы получили кофейное зернышко. Лапочка. Кофейное зерно. Посадите зерно на гриб, чтобы разбудить его. А зачем? А просто так. Вон оно что. Вы хотите, чтобы я использовала магнитогриб? Я поняла, они хотят, чтобы я использовала магнитогриб. А я не особо-то хочу, по сути. Но если вдруг понадобится, то использую, а не понадобится, не использую. Кабачок лучше. Кабачок крутой.
Я только сейчас обратила внимание, что цветочные горшки, они пританцовывают немножко, но когда садишь на них подсолнух, они перестают танцевать. Пришли. Наверное, без разницы, подсолнух, не подсолнух, главное, чтобы растение было. Так, ну дайте мне еще одно солнце! Давайте быстрей, что ли! Мозги. Мозги, мозги, ты масло, пуля и зернопульта. Я тебя для чего посадила? Чтобы ты зернышками бросалась, я с таким же успехом могла капустопульту поставить. Во! Вот это другое дело. Мозги. Вот так. Вот такая зернопульта мне нравится. Всегда бы они так постоянно бросали только масло. Жизнь бы медом бы казалась. Мозги. Какие могут быть мозги на крыше? Они что, через трубу хотят домой попасть? Я вообще не пойму, откуда тут столько зомби. Почему здесь живет человек вообще? Почему здесь живет безумный Дэйв, если тут сплошные зомби? Тут апокалипсис какой-то был. Получается, у них вообще в соседях никого нет. Только вот наш главный герой, безумный Дэйв и больше никого. Или безумный Дэйв тоже живет тут? Мозги. Странный вопрос, конечно, я сейчас задала. И прям задумалась, задумалась. Прям сильно. Какая интересная теория. Давайте садить эти магниты, чтобы на случай, если кто-то придет, можно было его замочить. Как романтично. Романтика. Что-то в голове так много песен разных заиграло, а нужную никак не ухватить, которая подошла бы в этой ситуации. Зомби, зомби, зомби жрет твои мозги. Нет, это ужасная песня, это ужасная. Блин, он все-таки сожрал наш магнитогрипп. Мозги. Смотрите, еще кто идет. О! Магнитогрипп примагничивает лестницу. Только долго-долго перезаряжается потом после этого. Стоит без дела. Видать, переосмысливает смысл своего существования. Он говорит, зачем ты меня сюда посадила? А я говорю, что ты там будешь спать у себя? Это в списке семян. Я лучше тебя сюда посажу, ты хоть делом займешься. Тут целыми днями только и бухаешь. Придумала только что, сейчас взяла себе диалог какой-то. Ну, понимаете, просто
достаточно-таки скучное занятие, вот так постоянно отбиваться от зомби и не нести какую-то конкретную цель, кроме того, чтобы постоянно защищать наши мозги от всяких наседаний зомбаков. Нужно придумать себе какую-то еще дополнительную игру, дополнительный какой-то сценарий. Я когда проходила игры, когда я мелкая была, я всегда себе дополнительный сценарий рисовала. Мой любимый сценарий был типа, как будто бы или извержение вулкана происходит, или что. И нам надо торопиться там всяким этим персонажам, которые в игре присутствуют. Всем этим персонажам нужно очень торопиться, стараться сбежать с этого места. А я такой герой вообще, геройский герой. Стараюсь всех этих персонажей спасти, пройти игру побыстрее. И типа, если я часто проигрывала, то есть я насчитывала себе очки. Если я подряд прохожу 7 уровней в какой-то игре, или 7 каких-то этапов маленьких, если игра длинная и на уровне не подразделяется, то мне добавляется какая-то дополнительная жизнь одна. Если я постоянно проигрываю, то есть когда счет вот этот подходит к нулю, если я, допустим, прошла 14 уровней, и насчитала себе две дополнительные попытки. Если после этих 14 уровней я 2 раза проиграла, то все, я начинаю все приключение с самого-самого начала, с самой первой игры, с которой начала. То есть я так проходила несколько игр подряд. Ну, а у меня все магниты заняты. А, нет, вот тут проснулся только что. Я брала все свои игры, которые у меня были на PlayStation, складывала их на пол. Да, я складывала их на пол. Распределяла порядок, в котором я буду их проходить. И все, и начинала хардкорить. То есть ограниченное число попыток на все игры, которые у меня были, я себе давала. Поэтому, вот, кстати, именно поэтому я так и не прошла все игры, которые у меня тогда были. Если бы я и сейчас так делала, то, наверное, на канале у меня Alice Madness Returns вышло бы, наверное, раз 50 уже. Зачем я это делала? Я так издевалась над собой. Блин, а у меня тут футболи! Кто-нибудь примагните его шлем! Блин! Дурацкие магниты! Бездельники! Сейчас все сожрут у меня, просто все сожрут. А, это последняя волна зомби. Это последняя волна зомби, так что не страшно, даже если сожрут. У меня здесь чистильщик крыши. Мы просто им хана устроим и все. Так, я могу посадить кабачок, если они сейчас сожрут кукурузу. Ну, тут один остался. Все. В принципе-то и не понадобилось. Получили мы Лейка. Теперь вы можете играть в саду Дзен. Эй, смотри, ты нашел Лейку. По такому случаю я дарю тебе твой личный сад Дзен. Эй, я даже посадил в нем несколько ростков. Вырасти их здоровыми, и они тебя вознаградят. Развлекайся. На самом деле, тут все достаточно просто. Поливаешь растения. Поливаешь. Раз за разом поливаешь. Вашим растениям нужен корм, я знаю. Эй, приглашаю тебя в отдел для сада Дзен. Я дам тебе удобрение для начала. Посмотри тут, может, найдешь еще что-нибудь нужное? Да пока, если ты мне дал удобрение, ну давайте, наверное, еще упаковочку купим. Денег и так нету. Но это все пока... Это все по мере того, как они будут у нас тут требовать это все. Так, ну давайте посыпем удобрениями тогда растения. Это ромашка. Да, можно уходить. Продолжаем игру. Сад Дзен прекрасен, да?
В любое время ты можешь попасть в него из главного меню. Ладно, хватит об этом, пора защищать твой дом. Предупреждаю тебя. Ты возненавидишь следующий уровень. Почему? Потому что там бесконечные зомби на тарзанках. Я ненавижу этих тарзанщиков. Я ненавижу их. Очень сильно. Очень-очень. О-ля-ля, вот и эти идиоты. Ай. Но это ж типа мини-игры, здесь у нас чистый рандом, ничего не надо сажать. Только то, что дают. Ну что ж, давайте начинать. Да здравствуют живуны! Как они жуют, как они жуют. О, нет! Нет, нет, нет! Хорошо, что тут можно сажать по мере надобности. Давайте, живуны, справляйтесь. Я в вас верю. Ах, как противно. Не знаю, почему так противно-то. Ой, блин, нет, еще идут. Пусть будет так. Чё же тут так много? Ой, ну хорошо, что... В принципе-то это не имеет значения, с ведром он или нет. У нас все равно тут одни живуны. Вот так. Пока прожуют. Блин, зря я сюда горшок посадила. Вот так. Чтоб не жрал. А что же делать с остальными живунами? Сейчас я посажу вот этот... Блин, наверное, надо было повременить немного. Ней! Горшков нет. Все, надо это уже все куда-то садить. Потому что это никуда не годится. Мне уж садить некуда реально. Точнее, семена. О, нет! Зомби на тарзанках! Нет! Живун! Козлы! Наверное, можно начинать взрывать, по сути. У меня уже целая куча этих вишневых бомб накопилась. А применения им никак не найдется. Офигеть, блин. Вон сколько у нас уже живунов насобиралось. Жалко, их пересаживать нельзя. Прям это... окружили. Вот так. Чтобы неповадно было. Ой, нет!
О, да. Надо убрать эту лестницу. Блин. Что ж делать? Все-таки сожрали. Садить-то некуда. Больно много зомби живуны не справляются. Задолбал. Ой, блин, опять эти придурки. Офигеть! Офигеть. Так, ну еще один остался. А, два. А, нет, вот еще внизу, что-то я его не приметила. И все, получили мы в подарочек чеснок. Чеснок прогоняет зомби на другую линию. Мы его даже использовать не будем. Он бесполезный для меня лично. Я его никогда не использую. Он мне никогда не нравился. Это плохо, что тут катапульта. Явно ничего хорошего. Нашим же оружием, да? Вообще-то, вы на моей крыше. А раз это моя крыша, буду обороняться. Фиг вы что у меня получите. Когда ж нам арбуза пульту дадут, а? И здесь арбуза пульту должны дать. Это вообще самое, наверное, мощное оружие в данной игре. Растение, точнее. Особенно, когда толпой их садишь. Уже вообще, наверное, никакие другие растения-то и не нужны. Расправляется со всем. Блин, сожрал, прикиньте. Это потому, что это зернопульта не стреляла маслом. Бездельница. Все, пошел еще третий ряд. Да давай добивай его уже, зернопульта. Ну, наконец-то. Че ты своими зернышками бросаешься? Бросайся маслом сразу. Сколько раз тебе говорить? Она бы хоть через раз бросалась, а то там фиг поймешь. Чистый рандом. Масло в него бросает аж с конусом зомби.
еще ряд пошел. Не туда, блин, не туда посадила. Он же с конусом идет. Ну, сейчас посажу. Пока вся надежда на зернопульту, что она будет маслом бросаться. Почему-то при виде масла мне сразу хочется есть. Я становлюсь Гомером Симпсоном. Масло. Сейчас большая волна зомби будет. Если еще с катапульта эти приедут, вообще будет пипец. Вот ведь весело будет, вот ведь будет смеха. Мозги. Ты не пройдешь! Не прошел. Ой, я уже этот, как Каин. Как же меня усыпляет эта игра. Как спать-то охота. Еще одна катапульта. Какими-то орехами, что ли, стреляет. Решила подкосить мои первые ряды. Сейчас прям разбежалась. Сдалась прям, ага. Еще едет. Может, надо было больше катапульт посадить? А, нет, в целом же здесь нету этих... В целом же здесь нету всяких этих зомби, которые... А, мозги плавятся. Зомби, зачем вам такие мозги? А? Чё же я хотела... А, зомби с лестницей же на этом уровне нет. Вот что я хотела сказать. Пальма-зонтик защищает ближайшие растения от катапульт и зомби на тарзанках. Но эта пальма-зонтик слишком дорогого стоит, а именно стоит место на игровом поле. Я не готова отдавать ей определенное место на игровом поле. Я лучше буду садить еще какие-то растения, чем посадить везде этих пальм-зонтиков. Они не нужны. Место просто занимают. Раньше ж как-то без нее обходились, без этой пальмы. Тем более уже уровень 5-7. Еще 3 уровня, где мы сажаем чисто за солнышки. А дальше уже, естественно, всегда 10 уровень, он с рандомом. С рандомом. Что-то как-то не нравится мне этот предлог, или как это называется, S со словом рандом. Получается слово какое-то не особо приятное. Никогда не обращала внимания. Это как сказать, что...
Снимите этого с руля. Я, говорит, не с руля, я Чебурашка. Ой, да. Вообще, я не люблю, когда меня на словах подлавливают. Есть люди, которые постоянно поправляют, типа, а, ты вон как сказал, неправильно. Че ты умничаешь-то, блин, если я начну тебя тоже подлавливать на том, что ты неправильно говоришь. Офигеешь. Не надо делать из себя умников, люди. Если человек реально не знает, как говорить, можно, конечно, поправить. Но если он чисто случайно неправильно что-то сказал... Мозги. Не надо доколупываться к словам. Мозги. Сейчас не то время, чтобы к каждому слову придираться. Мозги. Хотя, конечно, если какое-то серьезное дело решается, то там надо каждое слово обдумывать. Это типа тренировки, наверное. Типа, следи за своим языком, потому что когда-нибудь тебе может пригодиться умение быстро ориентироваться в ситуации, говорить правильно, ставить предложение. Но в обычной жизни зачем напрягаться? Мне даже бывало, по крайней мере, сейчас пока нет такого. Пока что у меня затишье насчет хейтеров на канале. Раньше было прям толпами, вот как эти зомби. Бывало, указывали на то, что я в школе только училась. Что сбежала с учебы, с другой. Типа вот, раз не училась, значит глупая. Зато есть некоторые, которые вообще очень умные, у которых по 4 там всяких диплома по образованию, а сидят, это, занимаются какой-то работой тяжелой. И так хочется их спросить, ну помогло тебе образование твое? Раз сидишь, учишь. Я вам так скажу, каждый выкручивается как может, каждый живет как может, как он хочет, по своим возможностям и по своему желанию. Не всегда по желанию, правда, больше по возможностям. Но каждый как хочет, как может, так и выживает. Не надо никого учить. Раз уж у нас тут демагогия такая пошла, почему бы не поговорить также и о том, что есть... Также у меня был как-то хейтер на канале, который мне дизлайки накручивал по 20 с лишним, что ли, на каждый ролик. Каждый день включал накрутку после выхода ролика. По-моему, недели две это было, продолжалось. Так я знаю, что это был человек, который еще в школе учится, но у него богатые родители... И он решил, что можно оскорблять меня просто потому, что у меня якобы женский пол. Так этот человек, фактически-то он ничего в жизни-то не добился. Этот человек пустышка. Все, что у него есть, это заработано чисто его родителями. Какой смысл права качать, я не понимаю. Хорошо вообще выезжать на чужом успехе. Что-то у меня, когда я в этот зомби против растений играю, у меня какая-то обязательно демагогия начинается. То про эти, про выступления, про фонограмму, сейчас про это... Про хейтеров и прочее. Это не летсплей, это целый аудиоблог какой-то. Целые какие-то посиделки. Что-то сейчас вот первое, что пришло в голову, это
посиделки на КамАЗе. Почему на КамАЗе? Хорошо бы называлась рубрика «Посиделки на КамАЗе». Надо будет тоже что-то типа блогов устраивать, когда буду стримить. Дай бог бы получилось все. Приятно, мне кажется, вот так вот посидеть, чтобы вот не просто я куда-то в никуда это все говорила, а чтобы также получала определенные какие-то комментарии, можно было пообсуждать это с людьми в реальном времени. Мозги, мозги, да, сейчас опять большая волна зомби пойдет, но это уже последняя будет. Так что все в порядке. Нам осталось-то фактически всего ничего вообще. Начать и закончить. А сейчас зомби на тарзанках, да? Ага, точно. Так и есть. Ой, блин! Да иди ты, пень! Все, мы получили, по-моему, это золотая ромашка. Да, золотая ромашка дает вам серебряные и золотые монеты. Но как-то не особо до нее сейчас. Нам лишь бы от зомби отбиваться. Оба-на, гаргантюа! И зомбенок! Это сейчас серьезное заявление было мне. Очень серьезное. Придется разбираться с этим, чего уж сделаешь. Поехали, наверное. Да, поехали. Поехали, наверное. Ну, поехали, что ли. Как говорят в народе. Мозги. Пришел, нарисовался. Фиг сотрешь. Мозги. Так, 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 так. Как же вас много, ребята. Еще ряд пошел. Ну перезаряжайся ты, что ли. Так, я чувствую, это надолго.
А, я уж думала, что он тут один до большой волны зомби будет топать. Тут же их, наверное, ограниченное количество на весь уровень-то. То есть это не какой-то там рандом. Они просто в рандомном месте выскакивают и, наверное, в рандомном порядке, но ну никак не это. Не ограничены их тут запас определенно. Просто все заскриптовано так, что они как будто бы рандомно выходят. Сейчас уже большая волна зомби пойдет. А мы готовы? Я считаю, мы еще не готовы. Вот, наверное, этот последний, большая волна... Нет. Не угадала. Это были мои надежды. Я возлагала надежды на это. Но они оправдались. Все, пошли. Зомбаки, пошли. Зомбаки они и в Африке зомбаки. Гаргантюа. Серьезно? Почему бы твоему зомбенку не пойти куда-нибудь гулять, а? Блин, давайте... Зернопульта, давай, задержи его, блин, маслом. Во. А то ишь чё? Ишь чё удумала, а? Я бы не сказала, что уровни на крыше самые сложные. Знаете, как я считаю? Мне кажется, самые сложные уровни — это бассейн, ночь. Или нет? Короче, бассейн или день, или ночь. Уровни с бассейном — они самые сложные, но никак не на крыше. Сейчас Гаргантюа придет, как бы даже не две штуки. Нет, по-моему, один. Давайте сразу разберемся с Гаргантюа. Блин, он уже раздавил этот. Штуку эту, короче. И сейчас он прорвется и будет хана. Надо срочно садить этот. Блин, и зомбёнок этот гад тоже. Нет, так не пойдет дело. Так не пойдет. Нет, не нравится. Вот так другое дело. Вот когда мы только получили арбузопульту. Арбузопульта наносит большой урон группе зомби. Это самое, как по мне, лучшее растение. Это мое любимое. И мое самое любимое растение получили только под конец игры. Точнее, кампании. Ну и что оно стоит аж 300? Я вас уверяю, это стоит того. Это определенно того стоит. Чё тут дофига врагов?
А вообще, в принципе, неудивительно. Это ж в конце концов уже уровень 5-9, это уже предпоследний уровень в компании. Неудивительно, что они сейчас нас будут конкретно тут атаковать. Может, 3 волны будет, а может быть даже 4, я не помню. Но в каком-то уровне было аж 4 волны. Нет, тут 3. Наверное, в компании тут максимум по 3 волны. Я так думаю. Скорее всего. Как по мне, лучше побольше волн сделали. Так хоть успеваешь поиграть нормально. А то понасадишь растения, а уровень уже заканчивается. Все-таки это игра, тут надо садиться и наслаждаться игрой, а не спешить куда-то. Мы никуда не спешим. Тем более сейчас. Просто пока у нас солнца хватит только на зернопульту. А арбуза пульту лучше садить уже после того, как зернопульту посадишь. Да и капуста пульту надо уже ставить на этот, как в качестве поддержки. Лучше я, пожалуй, еще подсолнухов высажу. Мне же еще сейчас арбузы садить. Понадобится очень много солнца. Мозги, мозги, мозги. Где же их взять-то, а, зомби? Ну, сами бы подумали. Сначала посажу еще подсолнухов. Капуста пульт, а если что, потом уже ближе к концу уровня, когда будет много солнца у нас, сможем заменить некоторые растения арбузопультами. Сейчас большая волна зомби пойдет, а у меня еще одни подсолнухи, зернопульты и капуста пульт. Еще ни одну арбузопульту не посадила. Хотя очень надо бы. Вот, вот это теперь другое дело уже. Это определенно стоит того. Красиво, как лопаются их головы от арбузов. Ой, блин, опять эти зомби на тарзанках. Ну хорошо, что у меня целая куча всяких разных подсолнухов. Сколько хочу, столько и сажаю. А вы посмотрите, кто идет. Недолго музыка играла. Мозги.
Лучше не буду садить опять капустопульту, толку от нее. Если уж утащил этот зомби на тарзанке, то вместо нее лучше садить арбузопульту. Все равно это все потом сносить пришлось бы. Мне минимум надо 3 арбузопульты в ряд. Но приближается уже вторая большая волна зомби. Где Гаргантюа? Тихо, не упоминайте его имя. Лучше его имя не упоминать, а то мало ли припрется. Но пока все спокойно, всего лишь зомби с ведрами. Ничего необычного, по крайней мере. Блин, походу сейчас арбуза пульту мою сожрет. Угу, сожрал. И там сожрал тоже. Смотри, что козлы какие. Почему козлы? Потому что козлы вечно все жрут. У нас есть козы. И мы знаем, что если они у соседей начинают что-то жрать, если соседи не загораживают из принципа, а начинают только гонять коз, у коз только стимул появляется еще туда идти, чтобы их там еще погоняли. Это ж козы. Вот, они чем-то зомби напоминают. Точнее, зомби напоминают коз. Раз нельзя, значит, надо туда переться. Тяжелая артиллерия приехала. Смотрю я. Нужно подготовиться к большой волне зомби. Что-то у меня все совсем так себе. Не очень хорошо все расположила. Это все из-за этих. Из-за зомби на тарзанках. Отбили мы все-таки зомби на тарзанках. Отбили. Гаргантюа идет. Блин, зря я сюда посадил этот кабачок. Сейчас же у нас совершенно нет возможности отбиться от гаргантюа. Сюда вот арбузопульту посажу. Блин, не успела. Я хотела вишневую бомбу посадить. Придется садить еще горшочек. О, получилось. Записочка. Владелец дома, вы отказались подчиниться нашим требованиям. Если вы продолжите упорствовать, мы будем вынуждены применить силу. Пожалуйста, немедленно оставьте нам ваш дом и мозги. Искренне ваш, доктор Эдгар Зомбус. Какой воспитанный. О, нет, он здесь. Лучше приготовься. Это будет большая битва. Слушай, я знаю его слабость. Тебе надо бить его под дых. Ой, нет, это был другой парень. Тебе надо пнуть его в... Тебе надо нажать вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо. Подожди, я вспомнил, надо... Блин, ну спасибо тебе, зомби на тарзанке. Пришел зомби. Это самый главный. Все, начинаем сажать. Блин, не туда посадила. Ну ничего, сейчас отыграемся. Ой, капец, что началось. Ой, капец, что началось. Это ж финальный босс. Блин, ну ничего не дают.
Давай, добивай его быстрее, капуста пульта. Ой, зернопульта. Блин, сожрал все-таки горшок и тот, и тот. Вот как они жрут горшки прям эффективно. Зомбас! Нужно его замораживать. Вот так, стой! Не двигайся. Ай! А я... А, острый перец потратила. Ай, быстрей, быстрей, быстрей! Вот так-то лучше. Как можно больше урона надо наносить им. Ему, точнее. Потому что уровень не кончится, пока мы его не убьем. До этого надо ждать, пока он склонится к нам. Ага! Стоять и не двигаться. Блин, у меня закончились эти ледогрибы. Ай-яй-яй! Блин, не успела. О, нет! Блин. Откуда он их берет вообще? Стоять! Атакуйте его, братва! Холод, холод, холод. Значит, острый перец используем. Нет, давай, 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 стой, стой! Ага, отлично! Еще успеем нанести ему урон. Все, теперь он смотался. Почти половину жизненной шкалы у него отняли. Тут ты, блин, смотри, что делает, а? Вот ведь козлятина какая. Блин, так много всего уже насобиралось. Ой, блин, ну не туда, не туда! Лед! Давайте, ребята! Атакуйте его! Блин, не успел его заморозить. Ну уже больше половины мы у него отняли. Сейчас он еще что-нибудь... А-а-а! Гад! Какой же ты гад! Эй! Эй-эй-эй! А, все, заработало. Блин, какой капец, а? Какой пошел капец? Расплющил столько наших... растений. Жалко так. Гаргантюа. Нет. Ага, появился. Ну чё, нормально? Блин, у меня нет ледогриба больше. А он сейчас расплющит мне тут все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сейчас опять, небось, шарахнет. Нет, зомби на тарзанках. Ну, лучше уж зомби на тарзанках, чем каким-то автобусом.
А у него каждый раз новые эти, новые зомби. Блин, чуть-чуть бы подождала. Но футболиста не ждал. Уже почти все. А у меня нет ледогреба. А нет, теперь есть, теперь есть, есть. Ты что делаешь, а? Какая козлятина! Где он их берет вообще? Никогда не получим ответ на этот вопрос. А, ледогриб, быстрей! Давайте, ребята, добейте его, тут немного осталось! Ванна! Молодцы! Безопасность. Закончите приключение. Ладно, ты победил. Мы больше не будем есть мозги. Мы просто хотим сняться с вами в видеоклипе. Искренне ваши зомби. Подсолнух. Раз, два, три, четыре. Зомби на твоей лужайке. Зомби на твоей лужайке. Зомби на твоей лужайке. Мы не хотим зомби на лужайке. Я знаю твой стиль, высокий, мрачный и мертвый. Ты хочешь съесть все лепестки с моей головы, а потом съесть мозги того, кто посадил меня здесь. Я просто подсолнух, но посмотри, как я управляю моим войском. Вам нравится вкус мозгов, а нам не нравятся зомби. Я играю в футбол. Дорожный конус защищает мою голову. А у меня есть входная дверь. Все мы нежить! Зомби на твоей лужайке. Зомби на твоей лужайке. Зомби на твоей лужайке. Мы не хотим зомби на лужайке. Может, пришло время расставить приоритеты? Я знаю, у тебя на тарелке много еды. Мозги довольно богаты холестерином. Ты мертв, но это не важно. Против этого мы используем силу солнца, чтобы защитить лужайку в любое время дня. Мне нравится твой велосипед. На моей голове масло. Я съем твои мозги. Все мы нежить! Зомби на твоей лужайке. Зомби на твоей лужайке. Зомби на твоей лужайке. Мы не хотим зомби на лужайке. Блин, какой же все-таки это был замечательный видеоклип. Да и вообще сама игра прикольная. Но на самом деле то, что сейчас идут титры, это еще не, совершенно не означает, что мы игру закончили. Это мы просто закончили как бы основную кампанию, сюжетную, так сказать, линию. Мне еще ее предстоит перепройти, чтобы открыть некоторые, ну, некоторые секретики, так сказать. Спасибо за игру. Да пожалуйста, да всегда пожалуйста.
Только попросите, я всегда, всегда за пройти вашу игру. Только подарите мне ее бесплатно. Ну а что мы будем делать после этого? После этого мы займемся прохождением мини-игр. Именно так. Так, ну все, все, титры кончились? Да. Приключения пройдены, мини-игры, пазлы и режимы выживания теперь открыты. Также посмотрите новые вещи в магазине Безумного Дэйва. Обязательно посмотрю, я сейчас посмотрю все. В саду Дзен надо сначала полить наши растения, которые у нас есть. Их, по-моему, ромашки надо раза три полить, а потом появляется возможность накормить их этим подкормкой. И как только они вырастают полностью, то дают нам алмаз. По-моему, да, алмаз. А это 1000, получается, долларов. Ну давайте, попросите подкормки. Да будем заканчивать на сегодня. Впереди еще очень много всяких разных режимов. Мы фактически еще самую меньшую часть только прошли. Ну все. Продолжение следует. Спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на YouTube. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание. И до новых скорых встреч, друзья!